Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать. Давайте сегодня быстренько и красиво покажу вам выкраску гель-лаков от торговой марки Диамант, который я получила совсем недавно. Выкраску вам покажу для того, чтобы вы могли ориентироваться в тот момент, когда я вам буду показывать дизайны. Я планирую показать вам кучу дизайнов с этим материалом и давайте же скорее выкрасим гель-лаки для того, чтобы продвигаться дальше. Итак, поехали. Гель-лаки в пузыречках по 7,3 мл. Это цвет номер 006. Я даже не знаю, как его назвать. Это очень красивый сиренево-фиолетовый цвет, ближе к чернильному, с мелкими блестками, даже не блестками, а перламутром, сверкающий гель-лак. Давайте нанесу на палитру и посмотрим плотность нанесения. Это плотный цвет, и даже я думаю, что достаточно будет одного слоя для того, чтобы полностью перекрыть ногтевую пластину без пробелов, проплешин и каких-то неприятных моментов. Отправляю в лампу. Первый слой гель-лак лег ровно и равномерно, потому что достаточно густой и плотный, и я не вижу целесообразности наносить второй слой. Но тем не менее нанесу, чтобы убедиться в том, что я права. Второй слой, в общем-то, даже и не обязательно. Отправляю в лампу. Следующий цвет 062. Этот цвет очень тяжело передать камерой, потому что это шоколадно-коричневый цвет. Это ближе, наверное, горький шоколад. Сейчас посмотрим, как он наносится на ноготок. Он наносится, конечно, не шоколадным, а вот таким сливовым цветом. Видно, да, какой он? Но в пузыречке он совсем не такой. Нанесла первым слоем, отправляю в лампу. Второй слой сразу же выровнял все недостатки и все изъяны. Вот такой получился цвет. И он практически черный, но где-то по бликам в отдалении теперь можно увидеть в нем этот самый сливовый цвет. Отправляю в лампу. Номер 069. Яркая фуксия. Этот цвет будет модный осенью в этом году, так что присмотритесь к нему. Наношу первым слоем. Отправляю в лампу, продублирую вторым слоем. На второй слой гель-лак лег плотно и равномерно, ну и на ваше усмотрение, наносить третий или нет. Мне кажется, что достаточно двух слоев. Сушу в лампе. 0,85. Насыщенный, яркий, желтый, неоновый цвет. Очень красивый. Обычно желтые цвета требуют белую подложку. И здесь уже ваше усмотрение, нужно вам это или нет. Сейчас я перекрою первым слоем достаточно плотно уже и достаточно равномерно перекрыл ноготок. Отправляю в лампу. Продублирую вторым слоем. Несмотря на то, что лето в некоторых регионах уже заканчивается, все равно на следующий год неоновые цвета будут актуальны. Отправляю в лампу. Номер 172. Пастельный нежно-голубой цвет. Пастельные эмалевые цвета, они в любых торговых марках не отличаются укрывистостью, но этот хорошо выравнивается, хорошо перекрывает ногтевую пластину, но второй слой я все же нанесу. Для яркости и насыщенности продублирую вторым слоем. Эти гель-лаки просыхают за 30 секунд в лампе гибрид. Носятся они хорошо, но все будет зависеть от мастерства мастера и от базового материала, который вы наносите под этот гель-лак. Отправляю в лампу. Следующий цвет 173. Хочу предупредить мастеров, что цвета пузыречков и цвета гель-лаков в интернет-магазине на образцах могут отличаться, но причину я не знаю, поэтому не могу вам ответить на этот вопрос. Гель-лаки мне нравятся тем, что они не скукоживают в лампе, они самовыравнивающиеся, и даже если цвет не плотный, продублировав его, вы все равно добьетесь хороших результатов. Перекрываю на второй слой, и несмотря на то, что этот гель-лак имеет нейтральный цвет, он очень классно будет сочетаться с яркими принтами. Отправляю в лампу. Следующий цвет
178. Яркий, насыщенный сиреневый цвет, и этот цвет тоже будет трендом предстоящей осени. В этих гель-лаках очень удобные кисточки, и очень хорошо ими работать, кстати говоря. Они не маленькие, не большие, достаточно плотно набитые, набирают материала столько, сколько нужно. Вот смотрите, в один слой практически идеально. Еще один корректирующий слой, и будет вообще the best. Высох за 30 секунд и перекрываю на второй слой. Это гель-лаки бюджетные, и для новичков, которые постоянно меня спрашивают о том, какие гель-лаки им приобрести для начала, я рекомендую попробовать эту торговую марку. И я думаю, что вы не разочаруетесь. Отправляю в лампу. 205 цвет. Нежный пастельный цвет гель-лака. Какой на экране, точно такой же и в жизни. Некоторые гель-лаки идеально наносятся с первого раза. И достаточно, если вы нанесете второй, это уже будет второй корректирующий слой. Не обязательно наносить там 3-5 слоев. Отправляю в лампу, продублирую вторым слоем. Если вы новичок и вы переживаете, что в два слоя для вас это сложное нанесение, то наносите тоненькими-тоненькими слоями. Пусть это будет 3 слоя. Но тогда вы точно будете уверены, что нигде не потечет, не затечет, и будет все аккуратно. А я отправляюсь в лампу. И последний лак из этой коллекции, 455, нежный пастельный сиреневый цвет. Как бы я плотно, толсто или неаккуратно наносила, ни один гель-лак в лампе не скукожился, весь просыхает сразу и равномерно. Пастельные цвета очень капризные, но этот классно наносится. Отправляю в лампу, продублирую вторым слоем, только потому, что хочу убедиться, что нанесла все идеально и четко. Отправляю в лампу. Вот и вся выкраска. Мне осталось перекрыть все ноготочки финишем и подписать свою пол-литру. Я сказала пол-литру. Конечно же, палитру. Все ссылочки на гель-лаки я оставлю прямо под видео, чтобы вам проще было сориентироваться и найти тот, который нужен вам. А также код на скидку под видео вы тоже найдете. А я с вами ненадолго прощаюсь. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока! Цветное покрытие нужно подготовить ноготок, нанести все подготовительные средства, базовый гель высушить, а затем уже перекрывать цветным покрытием. Я вас